Гимназии номер 34 учебные классы стали творческой площадкой для реализации детских идей. Ученики 6 класса запустили проект «Классная маска». На уроках технологии девочки под руководством педагога отшивают маски для всего класса. Выбор ткани, разработка дизайна и общего стиля. Для девочек – маска со стразами. Для мальчиков – более строгий вариант. К каждой работе ученики относятся с вниманием. С учениками 6 класса мы запустили уникальный проект «Классные маски». Почему классные маски? Потому что они индивидуальные, удобные и очень оригинальные. Учащиеся выбрали свою цветовую гамму. Они захотели темно-синий цвет и решили сделать маску оригинальным дополнением к школьной форме. Деятельность ребят заинтересовала и других учеников. Идея быстро разлетелась по школе. На экстренном собрании ученического совета было решено подключить к проекту все классы. Цветовое решение и дизайн будут индивидуально подобраны гимназистами. Сейчас 6 В подготавливает эскизы для каждого класса, передает их классному руководителю. И далее каждый класс выбирает свой макет, свою цветовую гамму и шьет уже маски свои собственные, эксклюзивные. Сами дети испытывают удовольствие от проделанной работы. Уроки стали интереснее, а результат не только красивый, но и полезный. Готовые маски дети с удовольствием носят и в других общественных местах, дарят их родным и близким. Творческий процесс увлекает. В ходе работы ученики могут реализовать все свои идеи на практике. Мне лично очень нравится, производство очень интересное. На каждый рисунок можно выбрать свои цвета. Можно делать разные градиенты. Мне нравится. Мне тоже очень нравится производство, потому что это очень интересно, увлекательно. Самой первой идею, которая послужила основой проекта, поддержала гардеробщица гимназии. Женщина пошила маски и подарила их ряду педагогов. Переговорив с учителем технологии, было решено принять решение о реализации проекта «Классная маска». Задачи и цели поставлены. Дело оставалось за малым – обеспечить детей необходимой базой материалов. Родители учеников с радостью поддержали проект. Ткани, краски, декоративные украшения. Класс оснащен всем для успешного ведения творческой деятельности. Мы закупили ткани для детей, вот, которые они раскрой делают. И уже буквально сразу же после этого, когда дошла информация до родителей, они все с удовольствием сказали, сколько нужно ткани, мы поделим, потому что дети будут дарить эти маски или передавать своим, в первую очередь, близким, своим этим братьям, сестрам. Финалом проекта станет большой флешмоб. Ученики всех классов смогут продемонстрировать результаты своих стараний. Александра Никитина, Юрий Конихин. Новости Управда ТВ.